Что, дорогие друзья, вот мы и собрали его, покрасили. Как я говорил, будет двухцветный, черного и желтого цвета. Давайте начнем с задней стороны, с задней половины. Обшиты боковинки, обшит пол. Сделан здесь чуть пыльный, не обращаем внимания, это сделана защита от цепи. Почему защита не сделана до конца? Забыл поставить опорный подшипник. Все вырезал, сделал защиту, потом вспомнил и поставил опорный подшипник. Вот, полик еще надо прикрутить. Вот такие вот мелочевочки еще осталось, в принципе. Установлены крылья. Кто следит за моим каналом, знает, от чего крылья установлены. Двигатель 15 сил, лифановский, гидробак, распределитель наш, фирма Бодестон, Болгария, и наш челюстной ковш, цилиндр опрокидывания ковша, цилиндр подъема стрелы и два цилиндра опрокидывание, ну, а поднимание челюсти. Как вы видите, здесь песочек. Это я проводил тесты на ПГСе. Так, почему на 98% осталась мелочевка? Прикрутить пол, закрепить шланги и задняя навеска там лежит, сейчас я ее пока снял на данный момент. Здесь она крепится. Мне пришел еще один цилиндр. Вот такой маленький цилиндр. До сих пор не пришел. Мы его заказали, он ждет. Вот такой сзади цилиндр должен стать. И к нему подвести два шланга. Распределителю и все. Ладно, навеска готова. Цилиндр установить, это, ну, час работы со всеми сварочными работами. Главное, сам погрузчик весь готовый. Диски покрасили тоже в черный цвет. Резина зимняя шкованная. Давайте посмотрим, как работает. Подъем стрелы. Высота подъема 2,30. Это вытянутая рука. Давайте опрокинем ковш. А теперь откроем челюсть. Поднимем челюсть. Thank you.
спалину меловатую. Ну просто чтобы посмотреть, как работает тело. Друзья, пойдемте проверим на навозе или на ПГСе грузоподъемность. Хотя здесь противовеса заднего нету, но попробуем что-нибудь придумать. Поехали грузить. Кучу, все гребет, все замечательно. Можно сказать, сделали, вот почистили, взяли, здесь взяли. Ну сколько здесь кучка, я думаю, такая неплохая кучечка, да? Эксперимент, можно сказать, законченный. Можно было попробовать противовесом, но у меня с противовесом ничего такого нет. Друзья, проект закончен. Сейчас вешаем мелочевку, вешаем заднюю навеску, подключаем задний цилиндр на навеску. Ставим обшивку до конца. И все. В принципе, трактор погрузчик готов. Можно отправлять.
Извиняюсь за длинное видео. Короткое не получилось, потому что разные этапы склеил в одно видео. Все. Не забываем подписываться, кому интересно. Ставить плюсики, минусики, кому дизлайки, лайки, кому удобно. Ладно. Все, всем пока. Проект закончен. Удачи.